Коллеги, всем привет! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Хочу сегодня с вами поговорить на тему барберов и вообще всей вот этой культуры, то, что я вот думаю, хочу сегодня с вами обсудить. Значит, тема очень классная, вся вот эта барберская культура. Мне очень нравится, что эта культура пришла к нам. Действительно, есть чему учиться, есть к чему стремиться в этой теме. Здесь достаточно большая почва для развития, начиная от стрижки машинки, потому что не каждый, опять же, люди умеют стричь машинкой. Я, например, вот хоть и стригу ножницами, но, допустим, мне вот было интересно поучиться, как стригут машинками, допустим, вот те же самые барберы, да, то есть тема действительно очень интересная, как вот сводят на нет. По сути, это все то же самое, но там есть свои некие элементы коротких форм. Вот, кстати, вчера стригся у своего парикмахера. Не знаю, видно вам или нет, форма очень достойная, очень классная, то есть вот видите, насколько вот четко сделаны контура. Значит, мой парикмахер, у которого я стригусь, его зовут Артем Макатарчан. Значит, Тёмыч, тебе большой привет, спасибо за стрижку. Значит, Артем, помимо того, что является классным парикмахером, он еще является и тренером по мужской тематике, по женским стрижкам. То есть, если вам интересно, допустим, пройти курс по барберской тематике, то вот к Артему, пожалуйста, welcome. Он стрижет действительно достойные формы. Мне вот очень нравится, я у него сам уже стригусь не первый год. По-моему, с 2012 года я у Артема стал стричься и очень доволен. Как преподаватель, он тоже очень дает много информации, грамотно доносит информацию. Он также показывает техники бритья, как что нужно делать, куда оттягивать. То есть замечательный педагог, замечательный парень. Ссылку на него я укажу снизу. И также, кстати, Артем проводит тренинги такого, не знаю, знаете вы его или нет, Максим Никиточкин. Это парень из Украины, парень достаточно такой, на Украине достаточно известный. У нас он только-только начинает набирать обороты. Вот, Артем также его привозит к нам в Петербург и проводит его мастер-классы. Также, если же вам интересно, задавайте Артему вопросы, и он вам поможет записаться на тренинг и к Максиму Никиточкину. Вот, что касаемо, опять же, барберов, значит, мне кажется, что вот эта вся у нас культура, она немножечко все-таки раздута, и причем она раздута очень так сильно и очень глобально. Плюс ее раздут до того, что она не такая массовая, как вот, допустим, в Америке. То есть, да, у нас эту культуру принесли в Россию, но сделать ее такой же доступной, как в Штатах, к примеру, ее пока еще не довели до такого ума. Почему? Потому что у нас нет такого большого количества мужских мастеров. И она еще пока достаточно в таком, вот как мне кажется, в сжатом состоянии. И, как правило, стрижки, бритье, это сейчас еще очень дорого. Ну, не каждый человек может себе такое позволить. Раньше, в советское время, да, действительно, брили, стригли вот в таком же духе, в таком ключе, и это все было доступно. Сейчас, пока это возвели в такой некий культ, вот, и это еще, скажем, ну, не так массово. Поэтому, как говорится, все в этой культуре классно, все в этой культуре интересно. Но вот, допустим, для обычного населения это, конечно, еще не
не очень сильно доступно. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо, я не знаю, я не могу сейчас судить и говорить, но, допустим, как построение бизнеса, к примеру, да, ну, на мой взгляд, мне кажется, надо делать его более доступным. Но для этого вот надо воспитывать очень много мужских мастеров, как было раньше. Сейчас такого пока еще у нас нету, и мы еще не доросли до такого уровня, как, собственно, в Америке, что это вот прям вот там массово. Там же ведь это обычные парикмахерские, обычные, причем мало того, там ведь даже и, насколько я помню, там даже и голову клиентам не моют. Там так, дай бог, из распылителя побрызгали, и все, хватит. Вот. У нас пока еще до такого, конечно, уровня еще не дошли. Да, там я вот вижу, вот сколько вот я вот не посещал всевозможных барбершопов, там, конечно, все цивильно, все дорого, шампунчики, American Crew, там, ну, все идеально, очень круто. Сами салоны достаточно, ну, на таком высоком уровне, и, по-моему, чтобы там из распылителя помыть голову, да, там, намочить голову, ну, это, наверное, будет нонсенс, там, наверное, не поймут. Поэтому я говорю, что это все еще вот в таком, знаете, в зачаточном состоянии, все это достаточно так все раздуто. Понятное дело, что вот многие барбершопы вот стригут банальные формы, да, то есть вот взяли, вот, простригли фейды. Кстати, вот обратите внимание вот на то, как Артем меня постриг. Вот видите, то есть очень, очень, очень четкие контуры, то есть все очень грамотно. Это я вам просто показываю, как Артем меня постриг. То есть, ну, достаточно очень классно. Поэтому я говорю, сходите к нему на семинар, если интересно. Вот. Значит, отвлекся я, извините. Значит, все это очень раздуто, но в то же время, мне кажется, у нас оно не перейдет вот в эту такую массовую тематику. Что у нас не будет барбершоп, это, знаете, как обычно парикмахерская, что их прям так расплодилось много, конкуренции будет очень достаточно много, что она будет на каждом шагу и там стрижки будут доступны. Такого, мне кажется, не будет. Хотя напишите свое мнение, то, что вы думаете по поводу всего этого. Вот, и еще такой момент есть, вот, значит, по поводу форм. Я опять же отвлекся, извиняюсь. Вот они стригут, как правило, однотипные формы. И вот мне кажется, вот дай любому барберу простричь форму, к примеру, на пальцах какую-то, знаете, ну вот, ну просто короткую стрижку без снятия на нет, просто на пальцах точно. Они, мне кажется, к сожалению, не смогут такого делать. А вот тут такие, конечно, мне кажется, надо простригать не только фейды, да, в мужских формах, но и всевозможные другие формы, удлиненные формы, там, стрижку на пальцах. Вот этого у них нету, и мне тоже хочется верить, что ребята, которые работают в барбершопах, будут также развиваться в этой теме и будут стричь не только фейды, и все возможные другие стрижки. Тем более мода на все вот эти всевозможные фейды, там бороды, она все равно рано или поздно она отойдет. И в любом случае, мне кажется, вернется формы, которые будут слегка удлиненные. Поэтому надо вот этим ребятам, мне кажется, уже сейчас учиться стричь уже более удлиненные стрижки. Допустим, вот я стригу как и короткие формы, так и на средних волосах, так и на длинных. Соответственно, я могу простричь мужскую стрижку всевозможную. Вот, потому что я универсал, я работаю и с женщинами, и с мужчинами, то есть я не узконаправленный мастер. Вот в этом, конечно, ну, большой плюс. Коллеги, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о всей вот этой барберской теме. Может быть, вы сам барбер, нравится вам вообще вся эта культура или нет. Напишите в комментариях, мне будет очень интересно послушать ваше мнение, что вы думаете обо всем этом.
Также, коллеги, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. Ну а с вами был Дмитрий Каждан. Желаю всем только точных стрижек, хорошего настроения и всем пока-пока!